Ребятки, всем огромный привет! У меня начался отпуск с сегодняшнего дня, и сегодня пойдем на почту. Женщине должна я отправить, продавала свои вышивальные наборы, вот она у меня купила 6 штук, я буду упаковывать сейчас. Василиса там пока что играет, хочет очень танцевать. Да, с отпуском, неужели? Еще, правда, в понедельник придется выйти на работу, но это уже не столь важно. Там всего до 8 часов вечера, и все равно уже отпускное настроение. Тоже можно включать? Василиса у нас единорожек. Двурожек. Да, я сплела такие косички, чтобы ей было удобно. Василиса, посмотри на нас. Привет! Что ты кушаешь? Жвачку. Не, вот она жвачка, а я кофе-то. А, Маруся вот пришла. Вся семейство в сборе, кроме бабушки. Бабушка уехала работать. Да. Василиса танцует, сдули всю надувку, все будем надо будет сложить. Сейчас поглажу набор. Соберу наборы, чтобы хорошо их отправить. И пойдем на почту. Итак, она у меня купила в лучах заката начатую мою работу. Я сейчас специально погладила, постирала канву, чтобы, ну, все было чисто. Я буду сейчас гладить. И она у меня купила, у меня такая сумка, она у меня купила эти, вот эти оберешки. Оберешки от жар-птицы, вот эти. Вот это у меня остатки. Вот эти все, сколько их тут? 6 штучек будет. Это уже остатки. Так что да, вот эти все наборы сегодня уедут в Ярославль. Сейчас буду упаковывать, чтобы хорошо их сложить в пакет потом на почте. Пойду пока поглажу канву. В общем, девчонки, упаковала все в коробку от этого набора. И даже те 5 наборов вот сюда засунула. Короче, буду отправлять такую коробочку. Это очень удобно. Даже если я такие наборы отдельно упаковываю, то я упаковываю все равно в картон, чтобы они не рассыпались, не болтались. Вот. Так что посылка ждет своего нового хозяина. Спасибо большое за покупку. Это очень кстати к отпуску. Так что да, будем отправлять сегодня. Зашли в магазин «Твоя полка», но уже не стали смущать продавцов там снимать. Мы там любим вот такие украшения ручной работы. Сейчас покажи, пожалуйста, не украшения, а заколочки. Уже у нас, уже это получается третье, мы там покупаем с такой вот штукой. Василий, взгляни на меня. Так что мы теперь крутые. Глаза открыть. Слава. В общем, зашли мы на почту. Удивительно, но факт. Наша ближайшая почта работает в субботу. Я вообще думала, что мы сейчас идем на главпочтамт, это достаточно далеко. Но так как работает почта, почему бы не воспользоваться этим счастливым случаем? И зашли сразу, да, в твою полку, купили заколку. Не, я хочу в звездочки зайти. Так что мы топаем на рынок, сейчас купим арбуз и сюда зайдем. В одежду из Европы. Это секонд-хенд. Ну тут бывает интересно, сегодня 40% скидки, кстати. Ребят, я вам рассказывала, что мы собираемся на наш юг. На наш юг, значит, надо брать с собой все подряд, включая электроприборы и все на свете. В общем, заказали чайник на Валдересе. Маленький нужен был. Ребят, на фотографиях он нормальный. Вы посмотрите, что нам приехало. Это кошмар. Оно даже не закрывается. Короче, смотрите, какая дыра. Ужас вообще и кошмар. И вообще не советую такие вещи покупать. В общем, нашла тоже недорогой. Вот он даже ходит, тут крышка ходит. Ну, вообще, ну просто. И нашла тоже недорогой на Яндекс.Маркете. Он выглядит половочий, цена не сильно отличается, буквально 100 рублей, но он прям похож на чайник. Это похоже на какой-то не пойми что. Сейчас пойду попробую сдать. Он рабочий, я проверила. Но, конечно, вид у него ужас. Мне кажется, что он просто развалится, не доедет. Но он очень легкий. И, короче, я сейчас пойду сдавать. Посмотрим, что получится. Говорят, на Валдбрисе очень трудно сдавать электроприборы. Вот если он его заберет, то мы, конечно же, его сдадим. Или груши. Что это? Груши! Груши выросли. Вот они упали. Мы попозже соберем. Смотри, какие маленькие, хорошенькие. Вот еще одна грушечка. Лизка. Ну да. Вот еще чуть-чуть попадала. Угу. Ну возьмем. Зачем? Вот эту. Зачем? Ну, поем ее. Не надо ее есть. Она грязная. Положи ее.
А мы ее помоем. Правда, груша. Правда, груша. В общем, выдвинулись мы на возврат. Сейчас посмотрим, вернут нам деньги или нет. Какая история? Обратились мы в Wildberries, принесли чайник, на что нам мальчик сказал, что надо в личном кабинете оформлять заявку по браку. В общем, оформила я заявку по браку, они написали, что в течение 3 дней они ее одобрят, рассмотрят там, и тогда вы сможете вернуть изделие. Очень странная техника, потому что, ну, для меня это удивительно, почему я не могу вернуть товар, если он мне не подошел, даже просто он мне не подошел, он рабочий. Но он может мне не подойти по цвету, по размеру, я не знаю, там, по фэншую. Короче, да, история не, вообще совершенно меня не устраивает. Я больше технику в Wildberries покупать не буду. В общем-то, и вам тоже не особо советую. Такая вот история. Мы пошли в Марусе искать корм. А сначала пойдем в Фикс Прайс дальний, пешком мы дойдем. И зайдем в аптеку, мне надо, в оптику, мне надо этот... Для линз пинцет. У нас жарко-жарко. Но сейчас хотя бы ветерочек, и вот фонтанчик создает впечатление, что будет, что лето. Ребята зашли в рыболовный магазин Василисе купить леску. Мы сегодня были когда в этом... Господи, дай посмотреть. О, нормально, на. Господи, где мы были? Где мы покупали эту штуку? Забыла. Вот. А, в твоей полке, да. Там были колечки, сплетенные из бисера. И я говорю, у нас бисера много. Я говорю, давай купим тебе леску, сама себе сплетешь колечко. Будешь учиться плести из бисера, чем смотреть мультики. Заходим в рыболовный магазин, мужик на нас смотрит квадратными глазами. Я говорю, дайте нам леску, чтобы сплести колечко из бисера. Он какой толщины такой смотрит на меня. А какое должна быть нагрузка? Вообще веселуха. В общем, дал нам какую-то леску. Вот, будем плести колечко. Зеленой. Да.